Это твое мясо? Мое мясо во мне. Че? Мясо во мне. Ну, что, пятый элемент посмотрел, что ли? А там было такое? Да, когда эту бабу синюю убили, он говорит: Корбин, мясо во мне. И он рукой туда прям... Здравствуйте. Что это было вообще? Что это было? Кабернетически было. Кабернетически. Кабернетически. Роботы от типа C3PO. Типа C3, только PO. Так, короче, ты понял? Нет. Нам нужно с тобой Stone Furnace. Подожди, я сделал Stone Furnace. Тогда. Я вломился в твое жилище. Iron Bar. Нам еще 4 Iron Bar нужны. Для этого 4 Iron... Короче, Iron Ore. Пойдем. Iron Ore, добывать с тобой идем. А зачем нам Iron Ore? Чтобы сделать из него 4 слитка еще. А из них вообще нужно и тебе еще. Короче... Всем все нужно, пошли уже. Господи. Слушай, что ты тут так... Я дверь не закрыл. Закрой, не засыпай. А, она закрыла. Я не знаю, припадок, простите. Я не помню, как Iron Ore выглядит. Я не помню, мы сейчас найдем. О, Сроупо. Я его пустил, он его убил. Мясо-то на дорогу не валяется. Так подожди, надо из лука убивать. Ой, он агрессивный слоупок стал. Он тебя сейчас убьет. Факин больно, ты факин больно, факин убил. Мое мясо или твое мясо? Кто поднял? Ты поднял. Я не поднял, у меня уже было мясо. Это твое мясо? Мое мясо во мне. Че? Мясо во мне. Ну что, пятый элемент посмотрел, что ли? А там было такое? Да, когда эту бабу синюю убили, он говорит: Корбин, мясо во мне. И он рукой туда прям... Я хочу мясо такое. Корбин, детка. Корбин, детка, мясо во мне. Слушай, где этот? Где детонатор? Потерял, короче, даже речи. Ой. Слушай, мы вот идем опять, я просто забуду, где дом находится. Я про другое. Че там забывать? Мы идем вправо, влево идем. Мы пошли за железной рудой. Да. Есть подозрение, что железная руда, она под землей. Не подумал. А мы идем направо, как обычно. Сара Коннор! Севкан. Давай ее нагрим. Давай ее шибем. Вон, она уже сама нагренная. Мимо! MLG 360. Я попал. Я попал. Сарита! Ну давай, какашка. Давай что прыгай, ты? Какашка. О, яйцами. Слушай, лук просто у него какой-то кулдаун там. Кулдаун. Слушай, по-моему, копье лучше. Ну, естественно, нет. Лучше молот. Молот не лучше. О, там под землей что-то есть, но чтобы туда прокопаться, нужно много сил. Это трава. Нет. Помимо травы. Вот эта штука с деньгами. Ломай, брекет. Брекет. Ломай брекеты. Да блин, что оно дерево ломает? Не хочу дерево ломать. Хотя дерево тоже пригодится. Ломать дерево. Ты ломай. Нет, мне лень. Слушай, там на улице темно. Что-то быстро темнеет, слушай. Все, я уже собрал деньги. Вот так надо рубить, чтобы в другую сторону все падло. Вообще-то я все собрал. Слушай, тут наверняка где-то есть металл. Metal? Пойдем под землю. Под дерево. Подожди, я хочу фонарик поставить на это говно. Какой-то язык, слушай, что это такое? Red Petal, лепесток. Это херня, кстати, она, по-моему, что-то дает. Red Petal. Ну, типа там усиления какие-то, бусты. Ой, не надо умничать. Я могу, люблю и буду. Где железо? Железо. Где железо? Быстро нам железо. Так. Подошел. Слушай, там рыба. Рыба дай моя. Дай по щам. Вон, посмотри, что в ящике. Так, тут есть щит. Ты там не задохнешься? Нет, я Хеборг. 10 лепестков и вот планки. Они были хеборги. Хеборг, то есть он робот. Хеймен, то есть он человек. Давай. Хитмен, подожди, где мы? Я не знаю, как мы вообще сюда попали? Тырочку. А как мы будем ночевать вне дома? Мы не будем ночевать.
Больно же, ё-моё же. Что вообще, что же, вообще бездец? Я подсветил тебе эту... Ее баш звали. А, это, наверное, удар мой был, баш. И что сказал, ее баш? Вот это я не знаю. Фу, матюкливый. Пошли, короче, давай под землю как-то углубляться, я не знаю. Какой под землю? Ну, видишь, не пролазим. По-моему, по 1.50 м. Ой, круто тут, конечно. Чуть видишь? Что ж круто. Айда копаться вниз. Вот просто. Ты где там вообще? Я вверх. Посвети мне. Я сейчас... Как-то ты копаешься немного странно. Мы копаемся все-таки? Ну ты сказал, мы копаемся, посвети мне, я светю. Ну давай копаться тогда. Че? Давай копаться. Так лопату не сделали и сидим как дураки и копаемся. У нас есть штука. Мы так и не знаем, как себе лопаты делать. А что, что-то изменилось в предыдущей серии, я не понимаю. Ну так, ты что-то нашел. Ой, и он такой пинг-пинг-пинг-пинг-пинг-пинг. Это коал. Нет, это... Это коалы, какашки. Коалы. А прикинь, там лава внизу. Слушай, а из коалы же можно делать и из вуд планксов светилки. Ну и классно. Нахрена нам надо? Ну как, чтобы светло было. А, в этом смысле? Да, я думаю, ты слишком глубоко копаешь. Не выдумывай. Ну хорошо. Тут уже я вижу, блин, пещеру. Пещеру? Ну тогда я тоже пойду. И достаю! Я первый туда доберусь. Ой, все. Так, смотри, я что-то нашел. Это, по-моему, тоже уголь. Че ж ты так? А как я вылезу-то отсюда? И хрена. Я об этом не подумал. Слушай, а мы раньше столько угля собирали. Может, он все-таки нужен как-то? Ну да, я помню, что там мы, короче, там уголь парились. Но это потом, сейчас он не нужен. Сейчас нужен Iron Ore. Нам нужно выполнить квесты. Надо квест нам выполнять. Нет, я не могу так вылезти. У меня высоты прыжков не хватает. Я тебя опустил. Что? Зачем? Ломай. Мама, а да вот это лома. А то одно оставлю, короче, в назидание. На тебе уголь получи. Слушай, ну тут же что-то есть. Я не мог ошибиться. Мог. Где Япона, мать? Помнишь пещеру, которую мы не пролазили? Блин, она. Я тут хоть выйти могу. Давай уголь накопаем, чем мы зря пришли, что? В смысле, я накопал угля уже. Ой, угольная пыль. Ты откуда это сделал? Прекращай. Из угольной пыли. Киборги не кашляют, не выдумывают. Ну так это было не киборг. А, я не ломаю ничего, да? Я стою такой, вытянул, короче, вверх, думаю, ломаю, помогаю там. Конечно. Ждёшься от него, короче, помощи. Делай выход там, делай нам красиво. За чёртовой матери, из этой дыры. Да там дождь, на кой хрен идти на улицу, когда дождь? Ну, как бы... Напишите в комментариях, вот если дождь, то мной идти на улицу, нет? На какой хрен идти на улицу, если там дождь? Так в этом был вопрос. Напишите там в комментариях. Вопрос, на какой хрен? Просто. Просто вот все. Вот найди нам сейчас постройки инопланетной расы, там будет, короче, железные слитки, и мы с тобой сразу выполним эти квесты. Они не используют железо, они подтираются просто, понимаешь? Слушай, я их начинаю побаиваться, если такое дело. Ну как бы только, ну тут они инопланетные расы. Ты там это, подлечись чуть-чуть, я не знаю. А я что делаю? Так, кстати говоря, торч. 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 Айроноре. 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 О, что-то есть. Ой, Сарита, ты такая популярная. Хеборг. Ох уж эти хеборги. Нажимаю, внимание. Да не нажимай ты, Япона, мать. Я подлечился, прикинь. Это хилка. 100 миллионов раз такая штука убила, он все еще нажимает. Ну так я подлечился. Ты посмотри на его глаза, он же добрый. Ты же добрый. Неважно. Добряк. Ночью добряки все спят, так что он нихера не добрый. Слушай, там как будто дорога какая-то такая вдалеке на горе. Дальняя дорога будет. Будет тебе жарко, будет и холодно. Я вообще вот просто иногда хочу забыть вообще, что я с тобой знаком. Хочу развидеть это. Найди нам постройки пришельцев. Понял. Понял. Аффирматив. Аффирматив. Аффирмативы.
Роджер, вот. Зад. Sorry. Сбоку заходи. Обходи эту шалопонь. Ёпта. Фу, матершинник. Нет. Да чё ж ты ловишь-то от них все время? Ты я же умеешь играть. С собой. Ну ты столько закрываю. Денег в итоге собираешь. Сколько у тебя денег? 739. Вот, видите? Видите? О, видите. Светало! Они ушли куда-то. Так я думаю, мы так и дадут. Мы что-то нашли. Что мы нашли? Это же не ты, а... Это, слыши, это та первая планета, помнишь? Да. Это наш факел, который тут полгода уже горит. Да, я помню, я еще ставил эти штуки. Ну, дальше мы еще... Это мы выбраться, да. Делай выход. Делай выход, Роба! Ты завел нас в какой-то тупик. Я вышел. Ты видел, как она хапнула на лету, я думаю, глаз. А вообще отхватила лошаба, лохобойщик. А мы с... и я хапнул в итоге. Что стоишь-то? Ударил и стоит, смотрит на нее. Надо аптечек накрафтить. Crap, this fucking аптечек. Аптечки. Fucking crap. Аптечки. По-английски как? Аптечки. Аптечки. Нашел я этих лохобоищ. Вот давай они. Их загасим там. Чё, так, ну, они уже давно все умерли. Суть в том, что нам нужно тут найти... Давай дальше просто идти. Железную руду у них нужно. Мы найдем еще что-нибудь интересное. Я скамейки нашел. Ой, скамейки. The fuck are you talking about? Все уже собрал, небось, да? Так, вот эти факелы у меня дома пригодятся. Я не пойду туда. Там делать нехрен, там темно. Я столько шел, блин, чтобы светло стало, в итоге опять темно. Да ни за что. Ты там внизу, что ли? Такая. Да. И чё? Чё ты врёшь-то вообще? Чё я вру? А, ладно. Котёх. Котях. Я с луком. Меня вообще не волнует. Дай смотри, нажми, попробуй. Нажми, нажми, нажми. Хоп! Свет. Я свечусь. А чё смешного? У меня свет появился. Ну, хорошо, но это действительно смешно было. Я думаю, я теперь в темноте светиться буду. Нет? Пойдем. А, вот. Легкий, лайт. А, в этом плане лайт. Слушай, а ты помнишь, ты же какую-то фигурину находил? Да, да, да. Который там... Как шокончено. Слушай, а как мы эту штуку находили-то? Она, может, в инвентаре лежит? Как она... А, это как шприцы какие-то были. Точно. Наверное. Нет. Шприц. Вот эти blue petal, это что такое, ты не помнишь? Лепестки синие. Ну и что тогда? Откуда я знаю? Покушать пришла пора. Мозг отключается снова. Меня не лезет уже. Ты что там нагреб-то? У меня вообще пустой инвентарь. Нет, я говорю, у меня еда не лезет. Понимаешь, аппетита нет. А как кушать надо? А, вон, там показано же, типа, жрать теперь нельзя. И это, типа, там кулдаун, все дела. Кулдаун. А мясо собирать? Мясо? Ну, я собираю мясо. Ну, так нет. Ты гасишь всех из копья. Смотри. Сам гаси тогда, если не нравится. Нашел все тут. Да, я так и делаю. И не попал. А, кулдаун! Бук? Кто бук? Хорошо. Кули. Слушай, что-то железной руды-то нет. Планета не существует. Что я сморозил? Это планета не существует. Так, хорошо. О, три бинтика. Винтика? Неважно, не спрашивай. Нет, по-моему, не были. Нет, тут мы не были, мы так далеко... А, чей-то факел тут тогда. Ну просто факел, что-то докопался. Не, мне кажется, мы в другую сторону просто. Смотри. Видел? Да, нет, ладно. Вообще я метаю копии. Копии метаю, прикинь. Мы сейчас придем к нашему дому. А вот и он. И при этом ни хрена не нашли вообще. Тупо сходили. Как же так? Интересно, упадет на меня, нет? Как скорее... А ну, нажми. Чё такое? Давай нажмём.
Магнето? Магнето. Что со мной происходит? Я не понимаю. Чак. Ой, вот это... А я в воду прилетел. Я не контролирую. I'm speeding up. Слушай, привяжи ко мне веревочку. I'm too fast. Я как шарик. Я ничего не могу сделать, просто как бы... Я еще долго буду летать, как воздушный шар. Да хватит меня бить. А оно работает? Нет. Нет. Это так тупо. А я скоростной теперь. Скоростной. Подо мной огонь. Скорость в крови. Что такое? Ох, нихера себе. Что там в космосе? До корабля достать. Слушай, интересно, я успею, пока у меня шарик уже заканчивается? А, все, я падаю. А нет, не падаю. Иди ты! Бляха, какой дебилин. А что ты третий использовал? Слушай, оно не кончается. Оно не кончается. А, вот кончил. Ну и что ты понаставил тут? Здесь а, это типа, если с той стороны это титан пойдет, короче. На врата, да. И мы тут такие, короче, встретим вот такие. Титан! Ты смотрел, кстати, это интервью с Ставицким? Слушай, а мы можем так бесконечно, да? А я вот хочу попробовать. Да, вчера смотрел. Да, прикинь. Сколько лет прошло, все жгут, пацаны. А я какой-то теперь по углу могу делать. Пяу, пяу. Опять эта херня. Почему у меня так не... Походу, короче, одни и те же испытания. Нифига, у меня выпало другое. Такого не было. Я хочу зайти в дверь. Вот что это обозначает? Такой значок и пэм, пэм, пэм. Вот так я могу делать, что ли? Я как попрыгунчик. Слушай, я ничего не хочу сказать, но меня все бесит вот это уже. Просто я не могу ничего сделать. Я пока буду крафтить. Все, крафтить, летая. Летая? Че? И крафти, летая, капли ванили. Мы опять... Что? С крыши уронили. Кафель в роддоме били. Кафель отбили. О, человеческий флаг можно зафигачить. Но для этого нужна ткань. Я не хочу просто уронили в роддоме. Побили весь кафель там. Не надо, это моя история. Не воруй. Так, да убери ты эту всю херню. Вот, все, наконец. Так, да блин, меня еще долго будет кочепыжить, походу. Так. Меня пропустило. Я, мне... короче, купаюсь под землю. Я не знаю, мы должны найти это сраное железо. Сраное железо нужно. So fucked up, Iron! Так, бинты. Я не понимаю, что тут вообще мне нужно, кроме Iron Anvil. Iron Anvil мне нужно Iron Bar и еще 4 штуки. И все, больше ничего не надо. Ну, конечно, начинается это все с этого. У меня есть 4 копер еще, но я не могу. Я, короче, пошел копаться. Вот прям вот. Я только что так делал. И, короче, чуть я устал. Скучно. Встал. Окей. Я вот тут вот буду копаться. Вот тут будет, короче, шахта. Вода сейчас приедет. Не приедет она туда. Псих. Ты ненормально поступаешь. Я могу, да. Просто надо было, наверное, заготовить этих, как их, огоньков. У нас есть... Огоньков. Я не знаю, как они называются. Вот сказал, что голоса исчезнут. Он сказал, что заменит их огоньками. А, это из Бэтмена. Ага. Ну да. Я думал, что у меня где-то остались в живых. О, смотри, это сколько угля. Нахер мне нужен этот уголь. Когда вот он не нужен, он реально просто вот кругом. Мы не можем улететь с этой сраной планеты. Ну и не сможем. Ты куда попал вообще? Раньше версия лучше была. Мы, по крайней мере, могли в любое время свалить. А теперь же, ты понимаешь, мы никак не сможем. Нет, там надо как-то починить, написано. Почините межгалактический световой двигатель. Я и говорю, мы никак. Сейчас дом из говна достроим и починим. Я офигею вообще. На кого игра рассчитана? Явно не на таких, как мы. Ну, таких, как мы, это звучит как приговор. Какие это еще, черт подери, такие. Так. Вот, да будет свет. Да будет свет, сказал Ахмед. И перелезал вправо. Да, давай. Блин. Вы запарили свои пуповины уже. Просто день такой. Пуповидный, блин.
Да, мы там играли в Savage Lands, там же пуповины, все дела. Ну, там нет пуповин, на самом деле. Пуповина. Ну, вы поняли, там одни пуповины. А что ты туда копаешь? Я ищу себе металлическую рыбу. Счастье, да. В смысле, а какой смысл? Вот ты вот вниз копаешь, какой смысл вниз копать? Типа внизу она с большей вероятностью может быть, чем слева? Вполне, как бы, да. Нет. Че нет-то? Она слева точно так же может быть. Она не... может быть вообще на поверхности. Да а ты мне тут, короче, вот это рассказываешь. Не, ну копает, главное, в бок, офигеть. Так, блин, хотя бы не придется потом там прыгать, как этот. Придется. Придется. Ну, я позабочусь об этом. Ох, копаем, копаем. Копатели, копатели онлайн. Есть такая игра. Угу, да. В плане рекламы. Это была проплаченная реклама. Нас покормили. Так, хорошо. Вот это за еду. О! Работа всей жизни. Слушай, а почему я копаю в 3 пикселя, а ты в 2? Потому что ты... у тебя есть прокачанная штука, а как ты это сделал? Нет, я просто... я больше времени трачу. Я сначала 4 убираю, потом еще 2 сбоку. На кой хер просто? Я ничего не понял, что сказал. Я знаю, как накачать можно эту хрень. Какую хрень? Ну, которая копает. Мы могли копать и там по 3 сразу, короче. Ты сейчас что вообще? Ой, все! Просто копай дальше. Я куда-то прикопался. Я тоже. Говорит, я копаю в бок и тупо вниз роет. Я же понял, что ты там что-то придумал, поэтому решил не отставать. И чё? Вот тупо и чё? Чё, я за травой их вообще-то лез. Все это дело. Ну да. Говорит, молодец. Дирт-блок, ок-ок. Давай. Дирт! Вот опять вода. Почему ты все время воду находишь? Так под землей это воды обычно. В смысле? Под землей земля. Устроена природой. Интеллектуалы, япономать. Как мы теперь вылазим, интеллектуал? В смысле вылазить? Понятно. В смысле? В смысле удерживайте Е, чтобы войти? Ты чё ты вот параллельно копаешься? Ну блин, мог бы хоть подальше, как идиоты, за тоненькой стеночкой. Это... почему, говорит, этот... Learn it to craft roof tiles. Learn it to craft bricks. Ок. Ты ну, тоже? Что такое, слушай, да. Слушай, тут страшная музыка. Мы здесь, по-моему... а, мы здесь замерзать начнем, по-моему. Помнишь? А, да-да. О, смотри, какой... я провалил. О, меня зовут! Мать твою! Кто? Я иду на помощь. Воу-воу-воу, спокойно. Там страшно что-то, да? Там пикемониха какая-то пришла. Нормально, давно размотали. Я нашел железо. Это железо! Это медь. Это медь, по-моему. Ну, это уже лучше, чем то, что ты там мне втирал. Я там наверху железо нашел. Это Iron Ore. Это Iron Ore! Iron Ore! Копай, копай. Да? Да, я нашел же. Это ты нашел, да. Хорошо. Возьму я. Мне вообще даром не надо. Я не буду квесты делать. В смысле, как это не надо? Ну ты будешь делать квесты, а я буду такой... ага. Я буду помогать. Нет, теперь, короче, интересный вопрос. Так. Как понимать, назад вернуться? А я застрял! Ты меня застроил! Ты меня застрял. Мы будем железом застраивать и подниматься. А давай глубже копать, нахрена ты? Там холодно. Ну чё там, воды. Оттаешь. Нет. Воды нагреваются. А вот это вот что такое? Это вот похоже, что-то такое другое, дорого выглядит. Что ж, дорого выглядит. Толканем. Что это за хрень? Это Iron Ore и Copper Ore. О, смотри, какой-то смус-мумрик. Так я такого убил одного. Подсвети его, пожалуйста. Бей его, бей, 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 бей. Как ты постоянно ловишь от них? Как и это вообще? Специально. Это опыт, прокачиваю я броню так. Так, ну вот это вот, куда мы с тобой идем, это не самая лучшая идея, потому что... фу, там что-то есть. Все, замолчи. Давай подниматься. Эй! Как это сделал? Пиксель я взял. Все, тут уже ничего нет. Понятно. Ого, смотри, панки. Да? Инопланетные панки с собакой. Это она же по голову, смотри. Ну чё ты меня не защищаешь? Чё ты? Чё за гадюшник, суки? Вслепую смотрю. Не попал. Вслепую. Я думал, там вообще нереально не попал. Вася, наших бьют. Ого.
Слушай, они на картах такие. Не, ну вы налетели, слышь. Стопэ там, железяка. Окей, у меня кончились эти... Эти... И не было. Слушай, ну тут я просто там... Поток воздуха говорит о том, что здесь выход. Угу. Поток сознания. Копай. Я буду светить. Поток сознания, они, как правило, ничего хорошего не говорит. Да больше пока пост, спасибо. Да ты не выход. И чё? Воздух, это испорчено оказалось. Ты представляешь, сколько нам вверх лезть? Не надо верить наркоманам. И тебе говорил? Говорил. Говорил? Нет. Потому что я Нет. А как мы вот сюда прошли, а назад не можем? Вот объясни мне это. В смысле не можем? Природы. Почему вообще эти тупые ученые создали порталы, которые работают только над землей, а под землей не работают? О, панк пришел. Очевидно же, что порталы нужны под землей. Над землей и так нормально. Чё-то с него денег даже не было. Так, короче. Смотри. Оп. Так, ставь хорошо, что ты городишь? Я хорошо не умею. А как мы в ту щелочку попадем? Это уже другой вопрос. Да, давай, вот тут. Вот тут поставим. Вот тут, короче, застрою и все. Что дальше делаем, шеф? А дальше мы делаем... О! Не-не-не, я придумал, смотри. Чтобы этого не произошло, сделаем вот так вот. Слушай, круто. Логично. Так, проще, чем вот это тут ставить, наверное, разрушать. Ну-ка, разрушать всегда проще. Ломать не строить. Не, что ты делаешь-то? Я строю, нижнюю. Я ломаю. Да не ломай ты нижнюю, мы же на ней запрыгнуть должны были. Ты такую фигню городишь, я тебе отвечу. На нижнюю сюда куда-то запрыгнуть. Ты не можешь поставить, что ли? В смысле? Чё? Я просто... Я поместился. Вот видишь, как правильно копать надо. Не тупо под собой, а немножко... Ну, да, ладно, я поздно это понял, согласен. Ну, сделай что-нибудь. Ну, ты же робот. Я робот. Сколько там время? Робот, да. Сломан. Да я упаду сейчас. Не допрыгнул. Что-то. А, погоди, я придумал. Хоп! Да нет, подожди. Во-во. О, смотри, там дом уже. Хоп! Почти выбрали. Хоп! Хоп! Давай на три. Давай на три. Я не знаю, короче. Как хочешь, вообще не волнует. А что ты две печки поставил? Как этот? Это же тупо. Одна моя, другая твоя. Че? Куда я ее дену? Дарья за это нахрен. Как это сложно. Два стола, два... На кой хер надо было? Что такое ярн-спиннер? Ярн — это жернова. Наверное. Я построил. Крутящиеся жернова. Это же очевидно. Крутящиеся жернова. Хорошо. Так, сейчас где штука? Для Сарита не может полететь уже. Она тут полдня летает. Закрыто, подумала Сарита. Стена. Вы видели, да? Просто. Вы видели? Это был итог сегодняшней серии. Мы добились. Мы добились. Можем, если, конечно, захотим. Захотим, если то... Все тут ни хера не получится. Починить корабль. Но что ты там бегаешь в стену? Это как Сарита просто какая-то. Все, всем пока. Нет, подожди. Что такое? Что тебе надо вообще? Починить корабль, если мы не можем из ямы вылезть.